Молодой ученый из Усть-Каменогорска работает над проектом, который поможет в решении одной из важных экологических проблем, связанных с утилизацией пластика. Разработка биоразлагаемых полимеров на основе природных материалов позволит утилизировать упаковочный материал, не нанося вред окружающей среде. Нариман Каирбеков работает над проектом по созданию биоразлагаемых полимеров на основе природных материалов. Молодой ученый планирует создать материал, который сможет заменить пластиковые пакеты, наносящие большой вред окружающей среде. Ведь в природе они разлагаются более 100 лет. Биоразлагаемый полимер способен без остатка исчезнуть под воздействием бактерий в различных условиях. Этого удалось добиться с помощью введения в структуру целлюлозы и крахмала. Альтернатива полиэтиленовым материалам, которые могут применяться такие как в быту и в агротехническом комплексе, и в технических направлениях, и в медицине. Сам материал готов, уже методика, но при дополнительном финансировании, которое сейчас уже подается на грант на коммерциализацию, и возможно, будет возможность уже выпускать уже готовый продукт, поскольку сырье, уже методика приготовления сырья уже готова. На сегодняшний день перспективный ученый подал заявку на участие в конкурсе грантового финансирования в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан. Нариман Каирбеков при получении финансовой поддержки от государства планирует продолжить работу над проектом и в дальнейшем запустить в производство биоразлагаемый полимер. Ирина Санникова, Данияр Кайратулы, Максат Нагметов, Алтай Парат.